Привет, друзья, как его подружки, Дианка, Диего, Аркель Профессиональный и Вадимка. И мы находимся в Ark Survival of the Fittest, в Ark Ascended. Привет, Вадя. А, вы здорово. И я нахожусь на Трицератопсе. Ты где? Видно. К сожалению, мой процессор почему-то не вывозит отлаганный баганый арк. Но у меня сейчас будет новый процессор, и все будет зашибись. Че, Вадя? А ну иди сюда. А то ты что-то какой-то неказистый такой. Где там танцы? О! Вот тебе танцы, понял? Опа! О, вот и циркач, конечно. На лице у тебя какое-то это, некрасивая на лице борода. Как у бомжа, блин. Вот такой. Тут настоящий бомж уже. С пляжа такой, вонючий. 3 секунды до старта, мы не успели флаг нарисовать. Вот такой флаг, просто небытие. Резкая башня мага, резкая. Маска, говорю, мага. Это маска мага, Вадя. Нет, это башня Илона Маска. Вот такую только ему башню. Короче... Тесла стоит. Какая у нас сейчас тактика? Не знаю, нам нужен медведь, либо босс, либо... Вадя, как ты посмотрел, боссы до финала даже не доходят. Поэтому предлагаю прыгнуть, знаешь, куда-нибудь сюда, снова к болоту ближе. Да, там... Не-не-не-не, сюда не прыгай. Почему? Вот сюда, да. Я думал, что на этот хочешь лучше, там обезьяны соберутся все. Нет, на дальний вон луч. Выпрыгиваем. Или вот сюда, прям в самый низ прыгаем сейчас. Аркайон, проект PvEX5. Крутыми модами Ark Additional Collections и Ark Additional Creatures. В общем, и много-много других модов он себе имеет. Скоро будет в IPC. Мы решили, ребята, балансировать моды. Добавить что-нибудь интересное, например, декорации. Так это PvE сервер, и вам всем хочется строить и делать красивые здания. Предварительно, вайп объявлен на 2 февраля. Это 18 часов по московскому времени. Пятница. Самая ближайшая. Поэтому, если ты ищешь сервер, на котором сможешь выживать спокойно с интересными модами в старом арке на PvE, где твою базу не никто не зарейдит, пока ты спишь. Проект Ark Aion PvE – мой проект специально для тебя. Чтобы подготовиться к вайпу, просто залети в DS-сервер, и всю информацию ты найдешь именно там. Нет, поставь только. Вон, на Красный Лучевский. Там полетели. Копье доставай. Ну все, готовься, там сейчас будет драка. С пацанами? Да, да. Я, по-моему, видел, уже туда летят, как бешеные обезьяны. А луча не вижу. А вот, где луч? Ты пролетел его, пролетел. А шалеть, возвращаюсь. Возвращайся немедленно. Я его даже пролетел. Так он пролагал просто. Ой, как я сильно его пролетел. Там уже обезьяны носятся, Вадя. Давай, идем бить, идем. Давай, идем. Плыву туда. Плыви. Вон первая обезьяна. Ой, там драка. Подожди, не вмешивайся. Вадя. Затыкивают, отъедаюсь. И меня тоже. Давай, копье бери. Тут спина. Они берут луч. Они взяли спина, луч. Спина мешает. Они взяли луч, Вадя. Уходи. Все, пошли отсюда. Уплываем. В воду. Начало, конечно, идиотское. Ты можешь его уплывать? Его спина убивает этого чувака. Ты уплыть можешь? Я с тобой плыву справа. Да они уже стреляют вовсю. Давай к синему лучу тогда. Побежали срочно. Спина там им не дает вообще продыху. Ты бежишь со мной? Да, да. Капец, вон медведь как. Медведя уронили! Ну-ка. Еще поинты нужны, еще нужны. Готовься его приучать, сейчас трандона забью. Откапсырите здесь еще сейчас. Давай, Вадя, готовься. Приучай. Да, есть, пошло. Отлично. Сейчас тут еще один медведь. Вот еще один медведь, давай для меня его. Гаси их. Иду. Вот они, видишь, мишки? Гаси их, я себе заберу. Давай, убил? Доедай его. Доедай. Ой, сумки какие, посмотри, кого-то забили тут. Приручаю. Давай. Все отлично. Срочно к лучу давай и будем раскачиваться к лучу. Вот так вот мы поднялись. Жестким образом. О! Все, сразу членоголова давай. Там того спинача забрали. Знаю. Вонючие мухи здесь.
шикарная сзади, можно забрать. Слушай, вижу, Вадя, там, этот, там приручают этого медведя. Давай на него, срочно! Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне! Бегу. Кулдаун, блин, хп. Ой, пацана, съедаю! Вадя, Вадя, Вадя! Врываюсь, врываюсь, врываюсь. Пацан, стреляй с дробовика. Ты живешь? Не-не-не, не выживаю. Хилься, хилься, хилься. Там пацан с дробовиком. Пойду попробую медведя забрать. Давай, давай, давай. О. Давай, Вадя! Я спина сейчас забиваю. Он приручил, он этого приручил. Медведя, он за мной гонится. На медведя. Пацан, затыкивай с луком. За нами медведь бежит. У него двушка. Он это его приручил? Да, 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 приручил. Да, это плохо, отходи. Отхожу, отхожу, отхожу. Не успею. А, сука. Убегай оттуда. Или можешь тир первого забрать медведя? Я сюда отомщу, отомщу за тебя. Давай, замани его сюда. О, он поднял того тоже. Fuck you! Fuck you, fuck you! Тебе надо чего-то стрельнуть по нему. Идут, 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 сюда идут. Срогатки, срогатки, да-да. Ну, началось с дракона. Fuck you, gay! Сейчас тебе суперживку дам, Вадя, чтобы ты жил как царь. Блин, кажется, они меня увидели. Увидели. Идут за тобой, идут, идут. Прям бегут? Бегут, 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 да. Крикни им что-нибудь, я сейчас взорвутся. Взорвется, взорвется! Он вышел! Все, они как-то выжили, мне придет! Молодец, все. Бля, я съедаю, съедаю! Да нет, да нет. Я полетел! Опускайся! Спина за тобой бежит. Видит меня? Ну, зато. Медведь, медведь на всех парах мчит за тобой. А он меня видит? Догонит. Догоняет, догоняет тебя. С парашюта прыгает. Все, 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 мне молодец! До конца, до конца! Это все потому, что у нас лого было некрасивое, флаг. Давай я устрашающий сейчас флаг сделаю, устрашающий. Это птички. Они отвлекутся на них, и все, и мы выиграем. Смотри, здоровый какой! Что за Игорь Гуд такой? Не, у него ноги, смотри, раскачаны икры. Ты чё, Атлант? Из Астерикс и Обеликс мультика пацан сбежал. Тот, который стероидов переел. Он дурак, его видно будет на всю... Как босса. Guys, guys, come here, I'm singer, I'm singer. У меня зима в сердце, на душе вьюга. No, why Russia? It's great Russia, great. You know Russian language? No, I know. I'm... But I'm from Serbia. Brother. Shut the fuck up, it's my brothers. It's Serbian brothers. Yes, you're so little. Yeah, it's so little American boy. Fuck you, American. Видишь, наши братья сербы Вадя ставит. Вадя, видали, мы встретили брата серба. American monkey. Зажимай, зажимай его, не выпустим. Аустрия. Он вытянет. Аустриан манки. Все, смотри, чушпаним его, на. Позорник. Good, good luck, my Serbian brother. Good luck, my brother. Встретил брата. Так, короче, предлагаю Вадимка прыгнуть в болото. Там снова армию бариониксов, потому что они шустрые и дерзкие. Или к медведю пойдем. Давай к медведю лучше. Ну, медведь броню сносит хорошо, давай к медведю. Так мы всех забили, мы просто тупанули немножко. Что-то в замес влететь решили. Бля, мы прям в обелиск влетаем, смотри, баги, лаги, арковские. Арк не, арк не меняется. Да. Бесполезный такой. Не, арк меняется, лаги остается. Да, вонючий, знаешь, такой вонючий. Его прыгивай. Полетели.
Вон туда, на дальний. А вон там дальше, на дальний красный. Да. Да. Жалко серба брата будет, если мы его убьем. Я думаю, его без нас убьют. Почему так? Вот они себе посоздавали персонажей, как боссы. Так у меня же такой же. У меня чуть поменьше, похудее. Поменьше, они титанов. Кроноса создали. Да у них прямо жесть. О, тут членоголовый сразу. И рапторы. Рапторов, потом членоголовый. Так, 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 так. Он раптор у тебя? Тихо. Ваня, членоголовый не тыкни. Ты тыкнул членоголового, все. Манси, мансу. Забираю. Глаза заплевали. Я забрал. Глаза заплевали. Ой-ой-ой. Блочку дали. Блочку. И гранатомет. Забиваем членоголового блочками. Уже в процессе. О, лёх. Забивай его. Нам нужны поинты. Есть. Фиомию тоже достанется стрела. Мухи эти вонючие. Это на Боба ползет сюда. Бля, ее томить еще можно, нахрена? Ой, чем же мне нужно? Слушай, у нас 300 поинтов уже, прикинь? Мы рядом с драконом, если вот прямо пойдем, попадем на дракона. А нахрен нам нужен? Нет, конечно. А чё? Пойдем возьмем, мы рядом тут. Зачем нам дракон, дорогой ты мой товарищ? Он очень слабый, поверь. Пошли за мной. Нам нужно срочно медведя, срочно прям. Погнали. Давай, давай, давай. Раптор быстро прокачивается, зараза. Лучше забираем. Блин, там пацаны уже качают медведя, а мы еще пипку лямзаем тут, на входе. Ну что делать? На голову. Погнали на Гоухере, все, погнали. Сейчас, может, Барионикса увидим какого-нибудь. Я пока не вижу никого нормального. Только Фиомию. Тебе легче, вот тебе легче на ногах, чем на Фиомии. Да ну я нахрен. Ляптерчик прилетел. С одной стрелы слег. Погнали, слушай, у раптора тоже стамина какая-то слабая. Лучше на ногах. Пойдем, мы прям бежим, доспехами извиним, представляешь? Да, да, на всю карту, все слышат. Где ты, куда ты побежал? Вот к лучу, к зеленому. Угу. Забивай членоголова. Я не добежал еще до тебя, что далеко. Забирай. Лучше забирай. Пошли наверх, в лес. Что происходит? Давай, погнали. Ну, убил титанобов. Стрельнул в никуда. Вон Мишка первый. Где? Он давай прямой. Надо забрать. Ты зачем его убил, дурачок? Бляха, я нечаянно. Ты чё, Влади, Мишку забил? Нечаянно, нечаянно. Всё, теперь вот твоя живка, садись. Давай. Иди к скауте, патрулируй. Ищи медведя, и томи его сразу. Запомни, он драться не может. Карна, хочешь карна вон? Ну, я не хочешь, это пока что все, что мы имеем. Забирай карна. Я забираю карна. Давай, забирай. Можешь сесть на карна. Конечно, нормально. Я сяду. Пока вариантов нет других. Стайка рапторов у нас дикая такая. Реально огромная стая рапторов. Ищи медведя, нам его сразу прокачивать надо, Вадя. Ты чё стоишь? Я думал, ты ищешь медведя. Больше нет здесь в округе? Ну, конечно, потому что ты зарубил его. Пятёк зато есть, чужой. Ёперный театр, Вадя. Как ты медведя мог зарубить?
Ну вот так вот, шальная стрела. Не шальная, а криворучная, правильно? Криворучная. Косая, косая. Вон вижу, да, вон вижу, справа медведь. Пойдем, вон он. Я предлагаю одному на медведе, другому на Карна. Я на Мишке, ты на Карна. Да, да, на Карна я сяду. О, саблезуб. Пускай Карна. Потому что Карна кровотек наносит. Да отвали. Сзади ты... кого-то. Ты давай томи, сзади кого-то убили, по-моему. Из наших? Нет, ну. Нет, нет. Кого-то убили. Тихо, 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 тихо. Сзади, сзади, по-моему. Сзади скорпион. Так, ясно. Садись на Карнача, Вадя. Пошли. Так. Карна тоже можно прокачать. Да, конечно, не можно, а нужно. Медведя немножко не докачал до третьего. Сейчас ему дам третий и сразу же качаем Карнача. Вадя, когда будем в упор драться с врагами, Карначу второй нажимай... Тени. Да, второй скин, вторую, только знаю. Вторую. О, Тила Калейла! Не хочешь на него сесть? Зачем? На Карна лучше. Тилка сильный очень, он тоже кровяку вешает. Сейчас я кого-нибудь убью, подожди, приручишь его. Стой тут. Сейчас забью кого-то. Тилка довольно-таки мощный. За ним тоже гоняются люди. Очень голову нашел. Давай забивай. Я сразу его притом иду. Так. Блин, Черноголовый убегает. Ты что, дурачок? Там и Тилку. Есть. Все, спускай. Давай. Фиомия тут бегает. Ее прям душит в воде. Кто-то душит ее. Раптора. Давай начнем головок здесь и будем прокачиваться. Да, да. Так, 10 драйвов против нас осталось. Как она вешает, второй кнопкой? Или так? Так, просто первая. Кусаю и все. О, видишь? Идет, идет процесс. Конечно, идет. Так, надо качнуть ее. Ты свою прокачивай по максимуму, потому что у меня все, третий тир. Ну сейчас поинтов мне чуть-чуть оставь на отхил. Раньше сказал. Ладно, сейчас убью. Да. Вот забирай. Все. Отхиливается. Пойдем дальше, вон шлинголовый. Вперед, вперед, нужно очень много поинтов нам. Где на крейт впереди? О, повесили. Давай течение. Твоя задача, Вадя, когда мы с кем-то здоровым будем драться, окусил, отбежал, укусил, отбежал, а я буду танковать. Ты не танк, ты будешь дамаг выносить. Понял? Mm-hmm. По ролям играем. Далеко Динокрейт? Далеко. Далеко. Добежим. Зона быстрее добежит. Ну что, спускаемся там вниз? Сейчас посмотрим. Нам нужно, чтобы побольше было этих. Опа, рядом с нами кто-то ходит. Вон третий тир над нами. Это не Брудмазер случаем? Нет, нет. О, паучиху не приручили еще. Щеноголовых внизу не вижу, поэтому давай в лес. Не будем вниз спускаться. Кто-то насвистывает там наверху. Муравьишки. Всех сносим. Ничего не видно. Половина до третьего тира мне. О, сумка еще одна. Томить хочешь? Томить. Не-не, зачем нам еще одна? Бля, микрораптор! Есть. Кинет, кинет. Нет. Пятёк, впереди пятёк. Он идет чё? Сюда, вот сюда идет. Отходим, отходим, отходим. Не успеем, не успеем. Отходим. Ко мне он кинул.
Отходи, Вадя. Ты убегаешь? Пожалуй, убегай. Да, да, да. Убегай, убегай. Я убегаю. Вниз прыгай, в болото. Он не полезет туда, Пятёк. Все, убегай, убегай. Ты со мной? Да, да, сзади. Раскидали всю нашу армию опять. Ну, Пятёк, ко мне. Забираем. Заново сформируем. Да ни хрена он не сделал, просто... О, человек! Мишка. Подожди, я не догоняю, не догоняю. Давай, давай, я в него, все, я вцепляюсь в него, держу для тебя. Стамины нет, не могу догнать. Пятёк! Беги, 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 Вадя! А у меня стамины нет. Беги, Вадимка! Бегу, бегу. Все, догоняет, стамины нет. Ты прыгай, ты же прыгай! Терпи, терпи удары. Ты терпишь? Да, да, да. Мудаки. Убежал? Не догоняет. Догоняет меня. Беги, как беги. Это вонючий баран. По скалам цепляйся. Слушай, тут чувак на это, на олене. Возвращайся обратно. Ты за умер? Левый. Бежит за мной, бежит. Бегу, бегу к тебе. Бегу спасать тебя. У тебя такой чувак на олене, больше никого нет? Никого больше, заряжаю гранатомет. Идем вон, видишь, троечка. Цепляйся, я ему сейчас дам гранатомет. Не уйдет, засранец. А он Вадя манит меня к этому, к Петьку. Не иди туда. Я сейчас им дам с гранатомета немножко. Вадя, не давай никому, уходи, сейчас тебе притомим кого-нибудь, уходи. Меня Дилка загрызает. Вадя, беги, я тебя прошу. Беги! Да. Все. Скопытился. На сиськи они все-таки не посмотрели на флаг. Зыбку мне дашь такую, бегай оттуда. Они посмотрели, там было много времени. Ну вот. Вон они справа, вон они. Скопытился просто. Скопытился. Ты почему скопытился, друг мой? Ну, вот так. Все, будешь за членоголового играть сейчас. Членоголового. Буду их топтать. Давай, становись пока раптором. Временно. Ты стал раптором? Да, да. Давай членоголового. Их много. Членобола сожрала его, по-моему. Тебе членоголового томить, да? Да, да, давай. Тут их армия, смотри. Не, Вадя, мы тебе терезину сейчас дадим. Терезина медленная, стамина нет. Вы пробовали за нее играть, да? Да, да. Даже не думаю. А членоголовый стамины много, что ли? Ну, получше, наверное, будет. Забирай одного хотя бы. Забираю. Становись, членоголовым. Да, уже бегу. Ой, бляха, он еле ходит, мудак. Становись лучше терезиной. Мудак говорит. Не надо вообще не ходит. Да нет, что-то бежит куда-то. Ну, это 300 лет будет бежать. Становись членоголовым, все. Все, я за это. Ой, эти. Терезиной становись. Все. А вообще мы тебе сейчас медведя нормального притомим в джунглях. В лесу. Лучше медведя, конечно. Терезина стамины нет. Во, красный луч, ни хрена себе. Только забери. Да я уже весь вооружен. У меня много чего есть. Капканы всякие интересные. Реализовывать только это надо все успеть. Все, вот стамина закончилась, терезина. Давай карначата отдам. Дальше поезд не поедет. Бери карнача. Мне надо тебе Тилку притомить или медведя, кого-нибудь одного. Лучше медведя. Мне Тилка нравится. Чем тебе медведь хорош? Тилка может повесить Петьку.
кровотечение в финале. Вижу стайку аллозавров. Тоже надо, наверное, нам. Забираю. Только лозаврами не становись, у них точно стамина медленная. Ну-ка давай наверх будем подниматься. Давай, может сейчас гигу найдем какую-нибудь. Там динокрейт будет, может быть, спускаться сверху. Вон аргент. Аргента все сожрем. О, еще лозавр. Легко собирать. Так а начало третьего прокачал? Да. Теперь лозавров будем качать. Я могу переключиться, покачать их. А, нету поинтов, что качать-то. О, Петя ходит, смотри. Петяныч. Тебе забрал бы. Зачем он нам нужен? Будет зеленый слева. А, уже все, там зона. Слушай, здесь можешь... Получится на дерево залезть. У меня нету этого, к сожалению. Ну-ка, может тут, в луче? Не, нету приспособ. Ой-ой-ой, 7 команд против нас. Наверху третий тир 2. Вон какой, да, бегают там. Луч идут забирать. Вадя, становитесь сюда с армией всей. Сейчас я буду ловушку им устраивать. Давай, давай. Они спускаются сюда, спускаются. Вот он справа, справа, справа от тебя. Слышишь? Да. У нас кто-то встал в этот. Наш лозавр в ловушку встал. Ну и хрен. Фиг с ним. Сблочки по ним. Они спустятся сюда рано или поздно. За ними олень гоняется, олень. Тихо, а, тихо, они тихо. За динокрейдом пошли, вот что надо им. Вот скотина на олене. Давай сюда, ко мне. Сейчас мы с ними поиграем в эту игру. Они обязательно попадутся. У тебя свирепого медведя хп нет, поэтому вылечь. Слева макака. Слева, слева, ага, обезьяна. Вижу, вижу, я жду вот этих чуваков. Я прям в очень хорошем месте. Назад. Надо ниже спуститься, сюда, за взрывчатку. Там кто-то кольцо появился идет. В динокрейте, кто-то вылез. Кольцо идет потихоньку, что нас поджимает. Так. Обезьяна не пойдет сюда. А вот фиолетового поджимает, сейчас пойдет. Он бронта бьет. Да, понятно. Пятек бежит сюда, бежит пятек, пятек бежит. Сейчас маню, попадет. Маню его сюда. Давай, давай. Маню давай. На... Бежит, бежит. Он сейчас взорвется. Еще чуть-чуть. Давай, на него! Давай, кровотечение ему. Вешаю, вешаю кровотечение, дураку. Пытаюсь тут. Давай, Вадя, чуть осталось. Убил меня.
Сейчас за другую. Он тебя сейчас убьет. Киль живку, живку, киль. И убегает туда. Всю живку перебил тебе. А как он выхилился? Я не помню. А, все, он дох. Дохлый, дохлый. Убиваем Рекса. Чувака убивай. Он тебя с блочки сейчас расстреляет. Вон он, впереди. Слева, слева, чувак. Говорил. Тихо. С блочки тебя стреляет слева. Лучше не высовывайся. Он за тобой побежал, в обход только. На дерево кто-то сидит, да? Нет, 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 нет. Он наверху. Там олень, кто там, там еще? Два медведя. Два медведя. Это плохо. Конечно, медведи плохо. Медведи — это плохо. Жесть какая-то. Кто-нибудь остался тут для меня? Там динокрейт какой-то, надо бежать. 3, туда. 4 трайба осталось. Там динокрейт. По одному человеку каждому. Охренеть, зона идет. Тебе броню надо где-то с луча взять. Нет, срочно. Не получится. Там трупы надо пособирать. К ним не беги туда близко. Трындец, какое-то затишье такое, да? Плохое, да? Умиротворенное прям. Они гоняют оленя этого. И молча никак с ним. Что ты достал за хрень? Крюкушка! Теперь давай включай Человека-паука. Все. Наделай крюков косок побольше. Все, отлично. Вон они под тобой, под тобой. Они меня видят, как думаешь? Да я не знаю. Тебя зона сейчас увидит. Тебе надо вот на ту... На то дерево, да? На череп туда, да, в центр. Они сейчас увидят тебя, слева вон они. Они видят, так. Ну пусть лезут сами сюда, ты их с блочки расстреляешь. Вот он внизу сейчас стрелять по тебе будет. Смотри, что делает. Тебе надо перемещаться будет скоро. Это ты им гранаты кидал? Да, это я кидаю им гранаты. Они вот гранатомета. Вон они там за зоной стоят, стреляют. А этот медведь сейчас тебя поймает. Все, 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 все. Вон они под тобой. Зона, зона, да. Перелазь на центральное дерево. Ага, хрен его, блядь. Чувак, стреляйте об гранатомета! Пошли нахрен. Слушай, больше нет деревьев. Сними, не кинуть ничего. Вот их медведю прям спускаешься. Вон он, вон он, вон тут, вон перед тобой с гранатометом. Пей кровь. Все, медведь мне доел, пей кровь, они кровь выпили сами. Вот почему они меня начали гасить, а не того чела своего. Глянь за месяча какой! Победил вонючий медведь такой, такой воняет прям таким. Мэнч. Вот говнари, опять у нас третье место. Вадя, когда мы уже в топ пойдем, а? Мэнч какой-то выиграл. Говно ты, а не мэнч. Понял?